Привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться насчет моих ногтей. Посмотрите, я, вы знаете, профессионал-маникюрщица и педикюрщица в медицинском направлении. И я хочу сейчас с вами поделиться какой-то тайной, которая я... Вот сейчас придумала и хотела с вами поделиться. Употребляя вот этот маникюр, вы знаете, от Isadora, который я купила здесь в Виене из магазина Douglas, 547 номер Metallic Bliss. И вот эти камушки. Значит, у меня дома закончился клей. И я вот сейчас придумала, как наклеить вот эти камушки. Значит, вот так я и подумала. Не заканчивая ноготь, один ноготь, сразу я клала камушек и продолжала закончить ноготь. Вы можете все покрасить ноготь, но сразу ставить камень, пока не высохнулся маникюр. Значит, я сделала вот маникюр, сразу накладывала камушек, не заканчивая свою работу на одном ногте. Я опять говорю, вы можете делать весь маникюр, но сразу ставьте камушек на ноготь, пока не высох ваш маникюр. Понятно? Если высохнет, не приклеится камушек. До высыхая маникюра ставьте камушек. Но у меня не было клея, я подумала такую мысль. И вот, пожалуйста. Вот, прекрасно, вот это, вот на большом пальце, вот это, и вот приклеился. А это нормальная, вот этот маникюр, вот эту я не сделала. Посмотрите, приклеился. Значит, не высыхая маникюр, ставьте камушек. Конечно, можете вы с клеем, конечно, но почему бы, то есть, очень хорошо также таким образом делать, не высыхая маникюра, сразу поставьте камушек. Я знаю много таких тайн и приобретений, я поделюсь с вами. Ну ладно, на этом все. Ваша Мариночка. Пока!